Перша нота, нота до, ми тверези от и до. Айда, нота, нота, но. Перша нота, нота до, ми тверези от и до. Айда, нота, нота, но. Перша нота, нота до, ми тверези от и до. Айда, нота, нота, но. Класс. Так, я предлагаю ноту ре. Мы вам поможем. Здесь все просто. Стиль классический. Очень часто используется на... в русском шансоне. Называется «Умца-умца». Да, 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 вот. Да, совершенно верно, да. И только мы все вместе. Аз, два. Друга нота, нота ре. Нас горилка не бере. Ай да, нота, нота, но. Друга нота, нота ре. Прекрасно. Так, у меня лично нота ми ассоциируется с рок-музыкой. Поэтому я предлагаю такой прямо Deep Purple такой сделать, ракешник. У нас главное есть два главных специалиста по рок-музыке. Михаил Давыдов и Саша Машин, который из любой музыки может сделать все, что угодно. Хорошо. Да, давайте в такой, если говорить Deep Purple, вот это там-пам-пам-пам-пам. Я вообще думал, честно говоря, что пам-пам-пам, это, знаете, сыграй просто. Хорошо. Хорошо, Борис, спрашиваю вас, какой следующий может быть стиль? Регги, может быть. Прекрасно! Регги. Регги, хорошо. Хорошо. Попробуем регги. А теперь есть предложение у меня. Я хочу вас познакомить с нашим гостем с Кубы, Рэй Фрометта. Рэй, мы сейчас играем следующую ноту, это у нас уже ля, да? Ля, в твоем любимом стиле, который называется болеро. Начни, чтобы мы понимали, в каком темпе это должно быть.
Прекрасно. И у нас осталось всего... Одна нота. И так много музыкальных стилей, в которых это можно сыграть. Предлагаю New Orleans, такой настоящий, такой джазовый. Отлично. Попробуем. Да. Саня, Second Line Man. Неплохо. Ну и вернемся, наверное, в последнее. Ну, опять возвращаемся в ноту до. Опять же, наверное, с русским шансоном. Так, он быстрее просто пройдет. Все-таки у каждого русского человека, независимо от национальности, вероисповедания, независимо от образования академического или джазового, все равно есть любовь к русскому шансону.